До світового марафону долучилась і наша дніпрянка, чарівна Катерина Голуб. Давайте побачимо і її виступ. Тож, Катерина Голуб, арфістка Дніпровської філармонії, студентка Академії музики та викладачка музичної школи, з нами вже на зв'язку. І зараз я буду розпитувати її, як їй участь у цьому міжнародному флешмобі та як вона проводить свій вільний час на карантині. Катя, доброго ранку, я вас вітаю зі святом. Щойно подивились ваш виступ в рамках арфового марафону. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як вам було приймати в ньому участь і чому саме цю композицію ви обрали? Це було дуже доволі таке хвилююче. Це було доволі таке волнительно, я буду на русском. І дуже цікаво в то же время, тому що таких ще онлайн-марафонів для арфістів ще не було. Эта идея была потрясающей арфистки Вероники Лемешенко. Она же директор фестиваля Арфовые Барвы, который, к сожалению, в этом году не состоялся из-за этого же карантина. Вот. И вместо фестиваля она решила вот переместить его в такой онлайн-формат и провести именно марафон для арфистов. Это было где-то 6 или 7 часов непрерывной арфовой музыки онлайн в Инстаграме. Вот. И было довольно-таки интересно слушать многих арфистов. Там были от самых маленьких до вообще віртуозів таких арфістів. Вот. Я так розумію, що зі всього світу. Цю композицію? Зі всього світу приймали участь, так? Да, да, і США, і Японія, і Китай всі приймали участь. І в тому числі Україна теж, з України теж у нас були арфісти. Вот. Чому именно эту композицию сыграла? Ну, я так послушала, просто многие там играют такие виртуозные произведения. А моё выступление было довольно-таки уже поздно по нашему времени. Вот. И чтобы, так сказать, расслабить обстановку и показать как бы наше украинское современное творчество, наше эстрады творчество, я решила сыграть эту песню. Она идеально подходит для арфы, по тембру и вообще по стилистике, поэтому вроде как получилось. Дуже гарно вам це вдалось. Кать, вже більше місяця минуло з початку карантину. Розкажіть, будь ласка, чим же ви займались впродовж цього місяця? Як творча людина, музикант проводить свій вільний час на карантині? Ой, чого тільки не робимо. Спочатку, звісно, було взагалі дуже так тяжело.
Потому что резкая смена обстановки, думаешь, боже, что делать? Ты раньше как бы просыпался, сразу собирался, там шел в консерваторию, на учебу, там или на работу. А тут ты просыпаешься, ты лежишь дома. Вот. Ну, постепенно, конечно, какие-то занятия находятся, учеба тоже дистанционно продолжается, поэтому как бы занятия идут. Также я еще начала вот, заниматься каверами. Давно хотела уже делать это, но как бы из-за ритма жизни все время не получалось. Я так смотрю просто, что многие музыканты этим занимаются. Вот, почему бы мне не попробовать? Вроде как арфа как бы, тоже хороший инструмент. Вот. Ну, вроде как получается. Я даже довольна результатом, тем, как арф звучит там, с минусовками или просто в таком амплуа. Я побачила, що ваші підписники в різних соціальних мережах реально почали писати вам навіть замовлення, так, на конкретні композиції. Взагалі, розкажіть, скільки композицій вже опанували, що частіше замовляють і над чим працюєте зараз? Ой, ну на самом деле мне эта идея пришла совершенно недавно, буквально неделю или две назад. Ну, просто чтобы как бы разнообразить свой же репертуар, услышать, как бы, что остальные хотят, так сказать, услышать. Ну, у меня сейчас не так уж много мелодий в руках, именно обработанных, потому что я как бы этим занимаюсь, ну, недавно. Так что Ну, частіше, що замовляють? Щось, я тобі розказати не змогу. що частіше замовляють? Щось із сучасного напрямку? Це наша поп-музика або західна? На самом деле, чего-то такого конкретного выделить я не смогу, потому что заказывают много чего. Ну, в последний раз тоже заказали. И Depeche Mode заказали,
Из одного мультфильма мелодию тоже заказали. Я ее еще не сделала, но она у меня в процессе. Вот, так что очень разнообразный репертуар заказывают. Вот. Кать, знаю, що у вас декілька сфер діяльності. Ви і викладаєте в музичній школі, ви продовжуєте навчання в Академії музиці, і ви ще граєте в оркестрі в нашій Дніпровській філармонії. Зараз, коли ми всі на карантині, чи перейшла вся ця діяльність в онлайн? Поділіться. Преподавание, да, частично перешло, но в моем случае трудность в том, что как бы у девочек нет своих инструментов. Вообще, как бы для орфиста иметь свой инструмент это вот довольно-таки трудоемко, потому Роскошь. что да, это невероятная роскошь, потому что у нас в Украине как бы инструментов не выпускают вообще. И поэтому приходится как бы заказывать инструменты там с других стран, а это время, это нервы, и что самое главное, это деньги. Это очень большие деньги. Вот. И поэтому большинство именно украинских орфистов как бы себе не могут позволить хороший инструмент. И у нас с девочками точно такая же ситуация. То есть я как бы общаюсь с их родителями, я им подготавливаю как бы задание, чтобы они делали, и в ходе его как бы делания они там задают вопросы через родителей. Там что не поняли, я им записываю тоже видео, как это все разбирать, как это делать. Также как бы делаю для них такие небольшие обзоры композиторов наших орфовых, вот, чтобы карантин не проходил зря. И как бы девочки хоть чему-то хоть бы с теоретической частью были ознакомлены. То есть, если практики у нас не происходит такой вот нормальной, как у остальных студентов, то у нас хоча бы теория будет подтягиваться. Тобто ви виховуєте їхній музичний слух, так, даєте певну збірку класики, що потрібно слухати, так? Ну да, можна так сказати. Кать, розкажіть, будь ласка, чому новому ви навчились під час карантину? Можливо, відкрили в себе нову рису характеру, про що і не здогадувались? Чому вчить самоізоляція? Ну, знаете, я в себе открыла то, что, оказывается, быть домоседом – это не так уж и плохо. Вот, потому что раньше, так сказать, дома мало сидела, было мало тоже выходных, а сейчас так сижу и думаю, это не так уж и плохо, потому что довольно много времени там заняться чем-то своим. А еще научилась готовить. Супер. Да, хоть как бы это ни звучало, но Наприклад, слухайте, тоже. які нові блюда ви додали, скажімо так, у свій список? Точно научилась готовить пиццу. Ага, Тесто, клас. хорошее тесто для пиццы. Вот, а я научилась его делать. Я думаю, это основное такое блюдо, потому что, остальное я, в принципе, готовила. Но довольно редко. То есть это совершенно для меня новое было блюдо. Ну, супер, я вас вітаю. Я, наприклад, навчилася готувати дуже класні сирники. Також одне блюдо нове в моєму списку, скажімо так, проте я дуже пишаюся цим. Ой, Кать, клас. я хотіла вас ще запитати, чим надихаєтесь під час карантину, і порада від вас, як все ж таки не з'їхати з розуму? Як ще протриматися? Якщо продовжить такий нам його. Меня вдохновляет то, что социальные сети, да, потому что там довольно много людей тоже делятся чем-то позитивным, что очень радует, в противовес как бы грустным новостям. Вот. И мне это тоже помогает как бы справиться с тем, что нам еще сидеть, возможно, придется. Потому что тяжело сидеть, так сказать, с одними грустными новостями или там с какими-то этими паническими записями, да, как многие там делятся всякими переживаниями. Вот. Стараться нести позитив, стараться все-таки как-то находить в своем дне что-то хорошее. Вот сейчас смотришь, за окном погода хорошая, солнечная.
Да, грустно, что мы сидим дома во время этой солнечной погоды, но, с другой стороны, жизнь продолжается, весна идет, несмотря ни на что, для нее карантина нету. Вот. И мы тоже можем выглянуть в окно, выглянуть на балкон и порадоваться этому же солнцу. То есть это будет та же самая улица. Вот. То есть в любом случае не унывать, потому что когда-то этот карантин закончится, конечно же. Вот. И нам дали это время карантинное, так нужно стараться использовать його максимально з пользой. Я так Катя, я з вами думаю. погоджуюсь, що позитив – це основа нашого і фізичного, і психічного здоров'я. Скажіть, будь ласка, коли закінчиться карантин? Чи вже думали, ви мріяли, що ви зробите перше? З ким першим зустрінетесь? Можливо, кудись поїдете? От чого зараз такого не вистачає? Що зробити одразу після завершення карантину? Знаете, я не знаю, конечно, будет ли это сразу после карантина, но не хватает оркестра. Ага, клас. Не хватает работы в оркестре, потому что не знаю почему, но вот этот процесс творения, как бы, когда сидишь в оркестре, ждешь там своей очереди играть, слушаешь музыку, именно сидишь внутри этого всего, вот этого очень не хватает, серьезно. То есть даже слушаешь запись, это совершенно не то. Там уже кто-то играет за тебя. А тут как бы работа в оркестре, это, конечно, для музыканта очень важно, Ну я так, це думаю. така мрія музиканта. А я И як этого не глядач, хватает. розумію вас дуже, а я як глядач, навпаки, дуже сумую вже за такими справжніми живими концертами, аби прийти у залу і насолодитися справжнім живим звуком, тому що ніщо не порівняється саме із таким звучанням справжнього оркестру. YouTube і записи – це добре, проте коли грають музиканти вживу, це зовсім інша справа, я думаю, ви зі мною погодитесь. Да, абсолютно. Кать, до речі, чи зв'язуєте з вашими колегами з оркестру або там студентами в академії музиці? Можливо, плануєте зробити якесь відео? Бачили, напевно, в інтернеті зараз багато зустрічаються музикантів онлайн і записують певні версії, кавер-версії або класику разом, аби не нудьгувати під час карантину. Да, у нас сейчас идет два таких проекта с двумя разными инструментами. Вот. Но я пока буду это, так сказать, держать в тайне, потому что у нас это еще не готово. Добре. Но в свое время я это все выложу у нас на страничках, и они тоже выложат. Вот. Но я думаю, это будет интересно. Как бы мы тоже увидели, что многие музыканты связываются именно по видео, и это довольно неплохо таки получается. Вот. То есть тут уже, кстати, благодаря этому новые навыки, там, видео сделать, к примеру, да, или записать, что такое, Ну так. или записать какие-то свои мелодии. То есть это тоже новый навык, это тоже очень интересно. Ну, супер, я дуже рада, наприклад, що вже готуються нові свіженькі відео для наших наступних ранкових випусків. Тож я буду дуже пильно стежити за вашими сторінками у соцмережах. Катя, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прокинулись разом з нами. Від вас, будь ласка, наостанок декілька слів для всіх дніпровців. Можете ще раз привітати зі святом. Зараз всі вас дивляться. Хочу пожелать всем отличного завершения карантина. Я надеюсь, что скоро это все закончится. И, конечно же, давайте не падать духом, потому что это нам точно не поможет. То есть давайте все-таки видеть позитив в нашей жизни и даже в этой сложившейся ситуации. Потому что все, что не делается, все к лучшему. Я в этом уверена. Спасибо большое. Кать, я вам дуже дякую. Чарівна Катерина Голуб була з нами на зв'язку. І на прощання я хочу показати ще одне відео з нею.